Пиво часто используется для выпечки, можно сделать на его основе сладкую выпечку, коржики, печенье, хлеб, булочки. Об одном таком рецепте расскажу сегодня, как приготовить булочки на пиве. Такие булочки очень популярны в Германии, особенно во время Октоберфеста, во время которого выпиваются литры пива и съедаются тонны разнообразных закусок. Тесто для таких булочек можно сделать в хлебопечке или вручную. Благодаря наличию пива в тесте выпечка получается ароматная, можно использовать светлое или темное пиво. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Налейте пиво в чашу хлебопечки, добавьте сахар, масло и соль, сверху добавьте муку и сделайте в ней углубление, положите в углубление дрожжи. Включите хлебопечку в режиме основное тесто. При замешивании вручную сначала растворите дрожжи в пиве в течение 2-3 минут. Расплавьте масло и добавьте сахар, соль и муку. Замесите все ингредиенты в течение 15-20 минут. Затем отложите на 30-45 минут, чтобы тесто поднялось. 2. Как только тесто будет готово, выложите его на ровную, посыпанную мукой поверхности, разрежьте его пополам, затем каждую половину еще на 8 частей, всего вы получите 16 частей. 3. Руками сформируйте из каждой части теста грубые булочки, выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, отложите на 35-40 минут. 4. Влейте воду в кастрюлю, добавьте соду. Ставим лайк и подписываемся. 5. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения на среднем огне. Положите полученные булочки в воду, по 2 лепешки за раз и варите с двух сторон в течение 45 секунд, поворачивая их через каждые 10 секунд. 6. Достаньте булочки из содовой воды, удалите лишнюю жидкость. 7. Положите полученные булочки снова на противень, с помощью щетки нанесите яичный желток на булочки. 8. Сделайте ножом надрезы крест-накрест на каждой булочке. 9. Поставьте противень с булочками в заранее разогретую до 220 градусов духовку и выпекайте в течение 15 минут, остудите полученные булочки и подавайте к столу. Подписка на канал. Гарантия свежих вкусных рецептов. Нам понадобится: мука 3 стаканов, пиво 1/3 стакана, коричневый сахар 3 столовые ложки, сливочное масло 2 столовые ложки, соль 1,5 чайных ложки, дрожжи 1,5 чайных ложки, вода 5 стаканов, пищевая сода 1/3 стакана, яичный желток 1 штука, количество порций 1/6. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Люблю вас, друзья, жду снова.